Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Сегодня у нас будет выпечка. Я знаю, что вы очень любите, когда я снимаю для вас рецепты выпечки в духовке. Мы будем готовить невероятно легкие слойки с яблоком. Продукты, которые нам понадобятся, это слоеное тесто, свежие яблоки, яйцо, корица и обычный белый сахар. И сначала подготовим с вами яблоки. Яблочки предварительно нужно хорошо помыть и вытереть насухо с помощью обычных или бумажных полотенец. Затем яблоки нарезаем на кружочки. Кружочки не должны быть слишком тонкие. Если перестараться и нарезать яблоко очень уж тонко, оно превратится в пюре при запекании. А нам все-таки нужны слойки, а не яблочное пюре. Затем берем специальный ножик и вынимаем с его помощью серединку. Если вдруг специального ножика у вас нет, можно воспользоваться обычным маленьким ножом и вырезать аккуратно кружочек в центре, или вообще взять крышку от бутылки или какой-то другой круглый предмет, которым можно сделать такую вот дырочку. С яблоками, кажется, все понятно, теперь переходим к тесту. Присыпаем рабочей поверхности немного мукой, кладем слоеное тесто, у меня, кстати, слоеное тесто было дрожжевое, и слегка раскатываем скалкой или растягиваем руками. Для того, чтобы слоеное тесто оставалось воздушным, его нужно раскатывать в одном направлении. Дальше берем обычный ножик и режем тесто на длинные полоски. Эти полоски тоже не должны быть слишком толстые, вот примерно как у меня на видео. И теперь просто оборачиваем эти полоски теста вокруг яблока, продевая их в дырочку, которую мы сделали в центре. У нас получается вот такая вот штуковина. И повторяем то же самое со всеми кусочками яблок и со всеми полосками теста. Берем небольшую мисочку, разбиваем в нее яйцо и взбалтываем его вилкой. Яйцо нам нужно для того, чтобы смазать наши пирожные или печенье или слойки, называйте их как хотите. Смазываем слойки с помощью силиконовой кисточки яйцом. Это делается для того, чтобы на слойках была аппетитная румяная корочка. Теперь берем другую небольшую миску и смешиваем в ней обычный белый сахар и корицу. Хорошо все это перемешиваем до однородности и затем посыпаем этой смесью наши яблочки перед выпечкой. Из-за того, что мы их намазали яйцом, смесь к ним прилипает очень-очень хорошо. Дальше просто ставим противень в разогретую до 180 градусов в духовку и готовим наши слойки примерно 20 минут. Аромат на кухне просто невероятный! Посмотрите, какие красивые слойки у нас получились. Они простояли в духовке всего 20 минут. Еще примерно минут 10-15 мы потратили на то, чтобы нарезать яблочки и намотать на них слоеное тесто. Обязательно попробуйте этот рецепт, он правда очень классный. И не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал.